你手拉手转圈圈，吻我的脸，靠在你的肩，品尝着爱情的甘甜。 Подходите, время еды! Подходите! Подходите, быстрее придете, быстрее обслужим, не задерживайтесь! Идите пообедайте, поговорим позже. Хорошо, следующий. Лапша с тофу и зелеными овощами. Пошли. Как мне это есть? Это кисло. Подождите, продюсер, это то, что вы даете нам есть? Вы присвоили деньги, верно? Нет, у команды действительно мало денег. А что вы едите? У вас есть деньги на кофе? У вас есть лапша. Но я могу только пить растворимый кофе. Тянь-Ань, я не могу это есть. Посмотри на лапшу, она похожа на блоки бумаги. Я не могу это взять в рот. Кажется, у меня есть пакетик горчицы. Доставай. Сестра, время есть. Ты должна съесть немного. Режиссер, разве это еда для людей? За всю свою жизнь я никогда не ела такой плохой еды. Сестра, это фильм твоего босса. Мне все равно. Я не работаю без плотного обеда. Сестра, посмотри. Посмотри на мою еду. Твоя лучше моей. У тебя ведь есть мясо, верно? Сестра, не придирайся ко мне. Если недовольна едой, поговори с президентом Каном. Это вне моей юрисдикции. Ради искусства, пожалуйста, потерпи это. Большое спасибо. Сестра, вот. Сюдзянань, твоя доставка. Вау. Тянь-Ань, когда ты заказала доставку? Я не заказывала. Как можно заказать доставку в этой глуши? Так здорово. хотите поесть вместе? Да! Режиссер, идите! Бегу! Секунду, уже бегу! Так вкусно! Дайте мне это! Спасибо, брат Медведь! Брат Медведь, вернись завтра и принеси еще! Президент Лу послал медведя? Это лучшая еда на съемочной площадке, которую я когда-либо ел. Отлично. Режиссер, время работать, да? Да, возвращаемся к работе, идем. Да, идем. Лу Боянь послал медведя? Боже мой, как жарко. Быстрее помоги мне его снять. Хорошо. Блин. Дзянань звонит. Быстрее, вытащи его. Не здесь. С правой стороны. Президент Лу, не двигайтесь. Президент Лу. Нашел. Давай. Быстрее ответь. Здравствуйте, госпожа Су. Привет, а где Боянь? Президент Лу сейчас занят, поэтому я ответил вместо него. Дай ему трубку. Мне? Быстрее, поговорите с ней. Алло. Спасибо большое за обед, было вкусно. Я не прервал твою работу? Если тебе это нравится, я могу отправлять обед каждый день. Хорошо. Отлично. Что она сказала? Отлично. Она не знает, что это я. Супер. Снимай. Хорошо. Быстрее. Будьте осторожны с оборудованием. Идет дождь, заходи. Заходи внутрь. Будьте осторожнее, отнесите его туда. Закончим на этом на сегодня. Спасибо. 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 Привет, брат Медведь. Дай пять. Нет, я опаздываю. Режиссер, здесь что-то очень мало людей. Давайте, сотрудники, подойдите сюда. Персонал, подойдите. У нас сегодня не хватает людей для массовки. Это сцена на улице. Нам нужны мужчины и женщины. Давай, брат-медведь, подходи. Брат-медведь, вы с Дзянань будете влюбленными. Будьте нежными. Шитоу, отдай воздушные шары Дзянань. Вот. Отлично. Начнем сейчас. Приготовьтесь. Уберите это. Идите двое сюда. Ближе. Готовьтесь. Приготовьтесь. Надеюсь, мы сможем снять за один раз. Влюбленные должны быть ласковыми. Приготовились? Начали. Президент, чай. Боже, как горячо. Вот это да. Я скажу тебе, попридержи коней. Я не позволю тебе поехать на съемки. Президент, вы ошибаетесь. У меня есть хороший план сотрудничества, который я хотел бы обговорить с вами. Сильнее. Говори. Они начали снимать, когда время остановилось. Популярная актриса Ханиру Оси, ваш хороший друг, известный режиссер Го. Это будет блокбастер. Я думаю, мы можем получить авторские права на сценарий фильма. Ожидается, что фанаты фильма посетят наш сайт. У нашего сайта будет большая посещаемость. Ты прав. Но на такой роман потребуется больше денег. Президент, вы можете не знать. Наши партнеры жалуются, что на нашем сайте нет романов, которые можно было бы адаптировать. У нас недостаточно поклонников и влияния. Если у нас будут авторские права на фильм, проблема решена. Так я смогу уговорить партнеров. И они будут включать сопутствующие товары, фильмы, наш роман. Мы не будем тратить деньги. И они даже увеличат наш бюджет. Так здорово! Кто позволил тебе сидеть здесь? Иди, сделай мне массаж. Я скажу тебе. Если ты сможешь это сделать, я не буду возражать. Отлично! Так, полегче. Ты делаешь мне больно. Здесь. Президент Лу, ты такой романтичный. Обещал, что не приедешь. Почему ты здесь? Конечно, потому что ты здесь. Хорошо, Сяоси. Я действительно хочу поблагодарить тебя. Спасибо, что позаботилась о Дзянань на этот раз. Ой, да брось, не за что. Извините за то, что прерываю ваши раки. Ух ты, приятного аппетита. Мои любимые раки. Давай, ешь. Тебе нельзя есть острые. Я заказал их для тебя. Тебе не нужно надевать, я сам почищу. Ты стал таким внимательным после небольшой разлуки. Не переусердствуй. Тебе нравится? Я почищу больше. Держи. Тебе нравится? Угу. Достаточно. Я не хочу есть. Я ухожу. Что с ней не так? Привет, Сяоси. Что ты делаешь? Скучаешь по мне? Иди ты, Тянь Шаокай, ты опять пьян, да? Нет, я трезвый. Хочу увидеть тебя. В каком ты баре? Иди домой. Я скоро сделаю тебе сюрприз. Ты увидишь. Какой сюрприз? Алло? Алло? Ты долго. Давай, выпей еще. Выпьем. Давай сегодня хорошо выпьем. Президент Тян. Мы договорились. Ни копейки меньше. Шаокай. У меня есть деньги. Вне зависимости от твоей искренности. Ты ходил в туалет? Пей сейчас. Хорошо. Давай, выпей. На самом деле, тебе не нужно провожать меня обратно. Не хочу, чтобы кто-то узнал о нас. Я провожаю свою жену. Почему я должен бояться, что меня увидит? Ты мне обещал. Дзяна. Что? Этим вечером ты должна остаться со мной. Нет. Встреча по сценарию будет позже. Дзянань, пойдем со мной домой, хорошо? Я не закончила работу. Мы поклялись на мизинчиках. Хорошо. Боянь, спасибо, что пришел. Хорошо, я понял. Просто следуй плану директора. Президент Кан. Госпожа Су. Это Лу Боянь. Мой друг. Лу Боянь – это продюсер. Кан Жуйчэнь. Президент Лу, давно не виделись? Да, давно. Вы знакомы? Я много слышал о президенте компании Лу. Как я могу не знать его? Поняла. У нас с Дзянань есть дела, извините нас. Что случилось? Сдаешься так легко? Что ты имеешь в виду? Я забыла сказать тебе. Лу Боянь и Су Дзянань женаты. Это всего лишь брак по контракту, если ты не знал. Брак по контракту? Да. Это Лу Боянь. Мой друг. Я знаю, что тебе нравится судья Ань. Что ж, мы должны объединиться. Обещаю, судья Ань будет твоей, Лу Боянь будет мой. Госпожа Хань, пожалуйста, занимайся своими делами. Все кончено. Нас раскрыли? Дзянань, почему ты не сказала мне, что Кан Жуйчэнь инвестор? Ты не спрашивал меня об этом. Я не знала, что вы знакомы. Уже поздно, ты должен вернуться. Мне завтра рано вставать. Я не хочу, чтобы другие видели нас. Ладно, возвращайся. Хорошо? Я тогда пойду. Спокойной ночи. Спокойной. Вы хотели меня видеть? Зачем? Я хочу забрать Дзянань, и я выплачу компенсацию. Президент Лу, вы должны сказать это госпоже Су. Мы просто партнеры. Если это то, чего она хочет, я не возражаю. Мы просто бизнес-конкуренты. Не вовлекайте Дзянань. Значит, вы мне не доверяете? Или не уверены в себе? Лу Боянь? Ты должен вернуться, почему ты здесь? Дзянань, возвращайся со мной. У меня есть работа, как я могу вернуться? Дзянань, ты не единственный сценарист в команде. Я здесь для работы и учебы. Я не могу уйти, пока не закончу работу. Если уйду, потом пожалею. Подожди. Алло. Президент Лу, завтра господин Чэнь из Юнани придет для проверки. Это очень важно. Что я должен делать? Ты пробыл здесь много дней. Ты не должен откладывать работу. У меня все хорошо. Не волнуйся обо мне. Ладно. Забронируй для меня на сегодня билет. Хорошо. Дзянань, обещай мне, не переусердствуй. Здоровье самое главное. А если что-нибудь случится, ты сообщишь мне первому, хорошо? Хорошо. Не волнуйся. Пока. Не нужно меня провожать. Президент Лу, так скоро уезжаете? Да, Сяоси. Я хочу попросить тебя об одолжении. Хорошо, просто скажи это. Я беспокоюсь за Дзянань. Так что я надеюсь, ты сможешь позаботиться о ней вместо меня. Не волнуйтесь, она моя лучшая подруга, я позабочусь о ней. Звони мне в любое время. Хорошо. Спасибо. Ага. Я пришлю вам все, что вы захотите, режиссер. Тянь Шаокай, почему ты здесь? Дзянань, садись. Это продакт-плейсмент высокого класса. Надеюсь, сценарист сможет со мной сотрудничать. Ну что? Что это за фигня? Это совершенно не подходит для нашего фильма. Почему? Я думаю, это очень подходит. Наш фильм посвящен фантастической любви. Можете представить себе историю любви с одной стороны и трехколесным электровелосипедом с другой. Это будет так странно! Дзянань, из-за некоторых обстоятельств нам нужно использовать эти продукты. Значит, нужно еще раз доработать сценарий. Хорошо? Хорошо, я подумаю. Ладно. Дан-дан, пошли. А вы двое поговорите о деталях. Тянь Шаокай, как я это вставлю в сценарий? Дзянань, ты можешь не знать. Мне так трудно было убедить президента Ду купить авторские права на фильм. Пожалуйста, помоги мне. Это ради Лу Сяоси? Это задание президента Ду. Все еще отрицаешь? Это... Я не пересмотрю сценарий. Нет. Дзянань, ты знаешь, сколько вина я выпил ради этого? Это не мое дело. Это и для тебя тоже. Для меня? И я думала, для Лу Сяоси. Я просто хочу немного помочь ей. Хорошо. Скажи, как же ты ее собираешься увидеть? Не сейчас. Это секрет. Я не могу изменить рекламные фразы. Что я должна делать? Тянь Шаокай так любит создавать проблемы. У меня нет выбора. Осторожнее. Режиссер, я думаю, в этой сцене, хоть я и шпион, я должна сделать все, чтобы спасти Фэнфэна. Я помчусь на спортивном автомобиле и позабочусь о его ране. Так у аудитории сложится впечатление обо мне, до того, как они узнают мою личность. Что думаете? Да, отличная идея. Так, когда приедет Фэнфэн? Нет, ты его фанат? Да, он один из моих кумиров. Режиссер, вот пересмотренный сценарий. Отлично, спасибо, Дзянань. Продюсер, держи, это тебе. Снова пересматривала сценарий. Реклама продукта. Хорошо. То есть вы говорите, что это черная спортивная машина? Реклама. И они исчезают в ночи. Это же просто бред. Эй, Сяоси, пришло время проверить свои актерские способности. Ты должна водить как в форсаже. Давайте, приготовьтесь. Черт! Лин Фэн, садись в машину! Быстрее, я лечу! Черт возьми, они приближаются! Держись за меня! Обними меня крепче, я ускорюсь! Опусти голову! Дзянань, так смешно. Очень комедийно. Отлично. Быстрее! Будьте готовы умереть! Что это за оружие? Это недавно разработанное оружие. Пуленепробиваемая сковородка. Теперь она у меня. Также это сковородка с антипригарным покрытием. Сцена 1:1. Приготовились. 3, 2, 1, начали! Я замаскируюсь под Ютун с помощью своей суперсилы, так что я смогу проникнуть в команду Росюэ. Но ходят слухи, что у Ютун фарфоровая кожа, которой нет у обычных людей. Легко. Я прекрасно знаю ее секрет фарфоровой кожи. Вот он. С этой маской вы надолго попрощаетесь с сухой кожей. Эффект будет длиться очень долго. Мужчины тоже могут использовать их. Тянь-Ань, я так устала. Я думаю, что моя карьера актрисы подходит к концу. Я приложила все усилия, чтобы удовлетворить рекламодателя. Я не виню тебя. Скажи мне, кто договорился на эту рекламу? Это... Лу Сяоси. Тянь Шаокай? Почему ты здесь? Я просто мимо проезжал. Это тебе. Спасибо. Как тебе мои рекламные предложения? Это ты? С этой рекламой твоя ценность будет расти. Выше и выше. Возможно, ты будешь рекламной моделью. Как-нибудь наградишь меня? Спасибо. Я хорошо награжу тебя. Долбаная реклама. Ты хочешь привлечь больше поклонников для меня, повысив мою ценность? Пошел ты! Подойди сюда. Он проделал весь этот путь, чтобы увидеть тебя, а ты оставила его одного. Не упоминай его предо мной. Я не хочу видеть его. На самом деле он просто хочет помочь тебе. Помочь мне? Какое дело? Возможно, ты не знаешь, но чтобы тебя увидеть, он много пил, чтобы достать эту рекламу. Ты должна лучше к нему относиться. Он это делал для меня? Для кого еще? Сяоси. Извини, я не подумал. Забудем об этом. В самом деле? Я щедрая. Мы так давно не виделись. Я принес бутылку вина. Давай немного выпьем. Выпьем? Ни за что. Мне рано утром на работу. Ты должен вернуться. Не уходи. Где мне спать сегодня? Иди в гостиницу. Гостиница? Президент Кан. Хорошо, я сейчас подойду туда. Это нормально? Пойдет. Режиссер, президент Кан, вы оба здесь? В чем проблема? Госпожа Су, садись. У нас проблема с инвестициями. Поэтому я хочу попросить тебя об одолжении. Ciao.